Создать институт омбудсмена по параспорту предложил депутат. Несмотря на все достижения параспортсменов, финансируется сфера по остаточному принципу и выживает в основном за счет спонсоров и частных фондов, заявил Кенжигуль Сейджан. Он напомнил, что на 4-х азиатских паралимпийских играх сборная Казахстана завоевала 41 медаль. Однако их могло быть больше, уверен депутат. Считаем необходимым выделять адекватное финансирование не только олимпийцам, но и паралимпийцам. Предлагаем повысить заработную плату тренерам национальной сборной по паралимпийским видам спорта, сформировать дополнительный комитет в Министерстве туризма и спорта и назначить советника в этой отрасли.